Да. Наверное, то, что произошло, выбор, точнее, Геннадия Тимченко, это результат всех тех процессов, которые происходили у нас в международной политике, наверное, последние полгода. И вот эти санкции, которые бесконечно сейчас пытаются против России, ну, то есть на Россию наложить, это как раз говорит о том, что, во-первых, санкции – это инструмент абсолютно односторонней политики, очень идеологизированный, это что санкции ЕС, естественно, США оказывают давление. Вот. Поэтому наши предприниматели понимают, что нужно национализировать предприятия. Но национализировать не в том смысле, что отдать, ну, все взять и поделить, не в этом смысле, а просто, что вывести из зарубежной юрисдикции в российскую юрисдикцию. Потому что если бизнес находится за рубежом, это сразу инструмент влияния и давления на бизнесмена. Если это касается чиновника, у него там недвижимость считает инструмент давления на чиновника. Поэтому я считаю, и опять-таки о деофшоризации уже говорили не первый год, что переводите, пожалуйста, в российскую юрисдикцию. Если вы зарабатываете деньги, платите налоги здесь, в своем родном государстве. И поэтому это очень хорошо, я считаю, положительный эффект от этих санкций. То есть санкции, они на самом деле, эти американские и европейские, они уже начинают работать на нас. Мы начинаем становиться крепче, мы, то есть работаем на благо нашего государства, ну, в том числе вот Геннадий Тимченко.